Два года назад в этом отделе забило сердце одного из самых востребованных сайтов госучреждений. Ежедневно в регистрационную палату обращаются тысячи южноуральцев. Еще десятки тысяч ожидают готовые документы. Сегодня заветное слово «зарегистрирован» можно увидеть, не выходя из дома. Готовы ли документы, может быть, там есть приостановка, значит, когда можно приходить получать документы. То есть не обязательно приходить лично, если они уже один раз у нас побывали, то дальше они могут использовать интернет. Свой рабочий день Мария Дегтярюк начинает с привычной процедуры. Обновление базы не занимает и 10 минут. Ежедневно на сайте появляется 3-4 тысячи новых записей. Информация со всего Южного Урала стекается сюда накануне вечером. База содержит данные за последние 2 месяца, начиная, допустим, с сегодняшнего числа. Если сегодня 27 у нас число, то у нас данные хранятся на сайте с 27 февраля по 27 апреля. Его выход в интернет, сами того не зная, ждут тысячи туристов и бизнесменов с билетами на руках. Антон Мелентьев – главный двигатель сайта Южноуральского управления ФМС. Ежедневно больше 500 жителей региона находят свои фамилии в списках готовых документов. Начался летний сезон курортный. Работа, конечно, прибавилась. И прибавится еще, получается, через месяц, потому что через месяц паспорта будут готовы, которые сейчас люди получают. Через месяц количество паспортов возрастет. Уверенным юзером должно стать каждое госучреждение. По борьбе с очередями у федеральной власти жесткий генплан. К 2012 году электронный документооборот запустят в полную силу. С полсотни ключевых госуслуг россияне смогут получать, не выходя из дома. Вера Горбунова, Василий Швачко, СТС, Челябинск.